Скажите, как обстоят дела у нас вот с массовой гибелью, которая происходит в Абхазии, на побережье Черного моря? Государственная ветеринарная служба Гальского района вообще всегда проводит мониторинг сел Гальского района. Ветеринарная служба Республики Абхазия направила патологический материал павших птиц вот этой чомги в Российскую Федерацию, в лабораторию Кропоткинскую, где было установлено птичий грипп. Подключены санитарные службы, мы вместе с санитарной службой, с экологом совместно проводили мониторинг, когда получили эту информацию, и в письменном виде я докладывала главе администрации Гальского района. Но в других районах тоже вот так же все собирают эту птицу, утилизируют согласно ветеринарно-санитарным нормам.